Каждую третью среду месяца в петербургском храме святого Станислава совершается месса блаженному папе Иоанну Павлу II. 2 апреля 2013 года ее отслужили в последний раз, потому что вскоре славянский папа будет причислен уже к лику святых. Надо сказать, что церковь на улице Союза Печатников давно стала местом особого почитания блаженного Иоанна Павла II. На вторичное освящение храма в 1998 году папа прислал благословение, которое подписал лично. Теперь этот пергамент хранится здесь, как особая реликвия. Через несколько дней после смерти Иоанна Павла II в храме была освящена памятная доска в честь папы поляка. Когда Иоанн Павел II был причислен к лику блаженных, в алтарной части был помещен образ улыбающегося папы, написанный одним из студентов Академии художеств. В прошлом году, 16 января, кардинал Станислав Дивиш, архиепископ Краковский, передал в этот храм еще одну реликвию – несколько капель крови блаженного папы. Эта кровь была взята у Иоанна Павла II за несколько дней до его кончины сотрудниками знаменитой детской больницы «Бамбино Джезу» в Риме. Переливание крови папе римскому не потребовалось, а его кровь в четырех небольших контейнерах была сохранена монахинями, работающими при этой клинике. В мае был освящен бюст, так называемая герма, блаженного Иоанна Павла II на специальных носилках, филитроне, в котором были помещены реликвии крови папы. Кстати, едва реликвии Иоанна Павла II были доставлены в храм, прихожане стали собирать средства на новый реликвиарий. За реализацию задачи взялся молодой прихожанин, преподаватель скульптуры одного из петербургских университетов, Дмитрий Федин. Сначала бюст блаженного Иоанна Павла II был изготовлен из пластилина, потом из гипса. Затем он был отлит из бронзы и покрыт чистым золотом. В этот бюст и поместили реликвии. Есть надежда, что теперь они начнут свое паломничество приходам и монастырям России, в которой при жизни Иоанну Павлу II побывать так и не удалось.